Да-да. О, какой сюрприз. Проходи, только двери закрой. Лен, а что-то случилось? Нет, ну ты говори. Ну не молчи, давай. От меня Володя ушел. Я уж подумала, выкидыш. Когда ушел? Почему? Сегодня ночью ушел. Я хочу делать аборт. Помоги мне, Надь. Ты с ума сошла? Ну ладно, от тебя мужик ушел. Ну а ребенок здесь при чем? Ребенок, да? А я? Хочешь, чтобы я одна, как ты, его поднимала, да? Не хочу так. И не буду. Знаешь что, ты так не смей говорить. Твой ребенок от любимого мужчины, а мой напомнить откуда? Не смей делать аборт. Привет. Привет, ба, Лена. Какими судьбами? А, извините, у вас, наверное, свои тут девичьи секреты. Нет, нет, все нормально, я ухожу уже. Так, ты давай не дури, а вечером мы с тобой поболтаем. Хорошо, ты ведь придешь ко мне на день рождения? Надюш, ты меня прости, пожалуйста, я не приду. Веселиться у меня все равно не получится. А портить тебе настроение своей кислой физиономии я не хочу. Прости, ладно? Но я все равно тебя буду ждать. Не придешь, ладно, не обижусь. Не, ну ты видишь, а? Пришла делать аборт. Ее, видите ли, мужчина бросил. Ну вот, отговаривала. Ну и правильно. Это не причина для аборта. Вот если бы ее где-нибудь в подворотне не изнасиловали, тогда, понятно, такого ребенка оставлять нельзя. Ну, а тут... А что, если бы ее изнасиловали в подворотне, то что, сразу ребенка нужно убивать? А, ну, я тебя умоляю. Ну, ты как врач должна же понимать, что аборт – это не убийство. Так, может быть, ей тогда действительно сделать аборт? Ну, до 12 недель время еще есть. Успеет, если что. А пока пусть парни своему мозг на место поставят. Что же это он, герой, сбежал от беременной? Вот я бы от тебя никогда не сбежал. Надь. Надюш, ну ты чего? Ладно, мне пора идти. А вечером тебя ждет сюрприз. До вечера. Надюш, Коля, ты посмотри, какая у тебя мама. Самая красивая. Доченька, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого хорошего. Будь счастлива. Спасибо, папа. Спасибо, мой хороший. Ну, задарили комплиментами. Ну, давайте садиться за стол. Давайте. Знаешь, какая у нас новость? Кольку отправляют на соревнования. Представляешь, я буду биться за честь нашего спортклуба. Соревнования в Калуге. Через неделю уже. Тренер выбрал Кольку и еще двоих пацанов из группы. Он их и отвезет туда и обратно сам. Ну, это здорово. Но нужно, наверное, посмотреть на этого тренера, чтобы понять, с кем мы ребенка отправляем. Ну, вот прямо завтра и сходи с Колей на тренировку, чтобы не откладывать. О, вот и Паша пришел. Я схожу. Так, тебе курочку положить? Давай. Так, держи. Спасибо. Наденька, Наденька, ты великолепна. С днем рождения. Спасибо, Паш. Какие красивые цветы. Да. Добрый вечер, молодой человек. Здрасте. Ну, больше никого не ждем. Можно начинать?
А разве Лена не придет? Нет, ей что-то не здоровится. Салат? Угу. Надя, я говорил, что сегодня тебя ждет сюрприз. Угу. Вот оно. В присутствии твоего сына и твоего отца. Надя, я прошу тебя, выходи за меня замуж. Паш, я очень ценю твое отношение, но давай мы с тобой попозже поговорим. Ну что, ребята, давайте уже праздновать. За твое здоровье, Надюш. Вы извините, Василий Степанович, я, пожалуй, пойду. Паш, ты обиделся? А, нет, что ты, просто у меня еще масса неотложных дел. Так что извини. Мое почтение. А что это сейчас такое было, а, Надя? За что ты его обидела? Пап, я в своих личных отношениях сама разберусь. Ну, ты не только о себе думай. Кроме тебя, тут еще кое-кому мужчина нужен в доме. Я пойду провожу. Ну, ты ешь, ешь. Паш, привет. А, привет. Проставляться идешь? Да. Поможешь в отделение отнести? Ну, да, конечно, не вопрос. Здрасте. Здравствуйте. Должна же быть от меня хоть какая-то польза, да? Ну, ты на меня до сих пор обижаешься за вчерашнее? Не обижайся. Да нет, ты знаешь, я скорее обескуражен. Я вот пытаюсь все время понять, что происходит, и не могу. Ведь мы с тобой встречаемся уже 2 года, и до этого все было нормально, ведь так? Ну, ты скажи прямо, ты любишь меня или нет? Ты пойми, мой сын для меня на первом месте. Ну, хорошо, а до сих пор? Все это время, пока мы встречаемся, эта мысль не приходила тебе в голову? Слушай, мне сегодня нужно отпроситься пораньше с работы, в секцию к сыну. А сегодня такая мымра дежурит. Она не любит, когда медсестры отпрашиваются. Может быть... что-нибудь придумать? Как ты думаешь? Ты извини, я этой мымре не начальник, поэтому ничем помочь не смогу. А пакеты, да, донесу. Как ты быстро переоделся. А где твой тренер? Сейчас придет. Смотри, как я умею. Круто. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Петрович, это моя мама. Давай, иди, разминайся. Меня Надежда зовут. Вот, пришла посмотреть, с кем отправляю сына на соревнования. Ах, вот оно что. А я уж грешным делом подумал, не случилось ли с дедушкой чего. Ну что, секретов у нас нет. Прошу посмотреть нашу тренировку. Ну, чего вы стоите? Прошу. А после тренировки сможем обсудить с вами детали предстоящей поездки. Да-да, конечно. Чаек. Ну вот видишь, а ты все, аборт, аборт. Представляешь, если бы ты ему сказала, мол, поздно одумался, ребеночка твоего уже нет. Надюха, как я тебя люблю, как я счастлива. Но это еще не все. Ну, не томи. Замуж позвал. Да ладно, серьезно? Слушай, поздравляю. Отлично. А у меня тоже для тебя новость. Что? За Пашку замуж собралась? Правильно. Да нет.
Колин тренер по тайскому боксу похож на одного из тех уродов, которые меня 9 лет назад изнасиловали. Да ты что? Угу, я его когда увидела, аж дар речи потеряла. И что собираешься делать? Ну, как что, в полицию идти? В полицию? Надо с доказательствами идти. Без фактов нельзя, а то пошлют. А у одного из тех подонков, у него была такая татуировка. Я ее запомнила, очень приметная. Значит, тебе нужно каким-то образом выяснить, есть ли у него эта татуировка. Сможешь? Ну да, делать ничего другого не остается. Я к нему собралась записаться на индивидуальное занятие. Погоди. Ты что, хочешь с ним наедине остаться и стащить с него футболку? Не боишься? Ну а чего бояться? Не убьет же он меня за это. Надька, ты героиня. Я тебе от всего сердца желаю удачи. Если он насильник, выведи его на чистую воду. Таким людям место в тюрьме. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. О, я смотрю, вы основательно подготовились. Да. Пришли с полным набором амуниции. Ну, я взяла, собственно, все, что есть у сына, только размер побольше. Ага, хорошо. А, ну, давайте для начала поговорим. Вас тайский бокс с какой целью интересует? Ну, девушкам, например, нужен для того, чтобы познакомиться с спортивными парнями, похудеть. Ну, вроде худеть я не собиралась, а парень у меня есть. Так что у меня к тайскому боксу интерес чисто практический. А в каком смысле? Ну, знаете, в зимнее, осеннее время, с работы идешь одна, в темноте. И что ж, вас ваш парень не встречает? Ну, это же парень, не муж, мы не живем вместе. Понятно. Ну, давайте не будем о личной жизни, сразу перейдем к делу. И все-таки мне надо задать вам еще один вопрос. Ну, чтобы понять вашу мотивацию. У вас были случаи, когда к вам приставали? Ну, скажем так, я сталкивалась с агрессией. Но я не очень хочу вспоминать подробности. У моего сына я одна, и мне нужно быть живой и здоровой, так что... Хорошо, вашу задачу я понял, это самооборона. Давайте шлем, он нам не понадобится. Надевайте перчатки. Так, вставайте в стойку. Левая нога вперед, правая назад. Присели чуть-чуть. Вот так? Да. Руки к лицу поднимите. Давайте покажу. Так. Вот так, да? Локти прижмите. Хорошо. Вот. И бейте в центр лапы. Левой, правой. Так. Приседай чуть-чуть. Амортизируйте. Ну что, Надюша, была у тренера? Да, была. И что, отпускаешь Колю? Пап, я пока не решила. Срок давности привлечения к уголовной... Пап, некрасиво читать из-за спины. Ну подожди, подожди, постой. Привлечение к уголовной ответственности за изнасилование 10 лет. Зачем тебе это? Ничего не хочешь мне рассказать? Ну, в общем, я узнала, что одну мою знакомую тоже изнасиловали. Примерно тогда же, когда и со мной случилось. Вот. И что? Она нашла того, кто это сделал спустя столько лет? Возможно. Она не уверена, но, может быть, это он. Понятно. Ну, что тут можно сказать? Надо разбираться. Такое преступление нельзя оставлять безнаказанным.
Хорошо, что ты меня понимаешь, папа. Еще бы я тебя не понимал. Мы же семья с тобой, дочка. Слушай, закрой этот ноутбук. Пойдем лучше чай пить. Пойдем. Давай, давай, дыши. Локти к себе. Тренировка закончена. До встречи в среду. Ну что, размялись? Да. Прекрасно. Давайте начнем. Угу. Так, начнем с самого базового, что есть. Это прямой удар. Угу. Надевайте перчатки. Упритесь мне кулаком в грудь и толкните. Вот, кулак. Когда кулак и предплечье составляют сплошную прямую, толкать гораздо удобнее, угу, чем когда запястье изогнуто. Угу. Чувствуете? Угу. Попробуйте. О, да у вас прям природный дар. Теперь понятно, в кого Колька такой молодец. Ну, это навряд ли. Он скорее в дедушку. Дедушка у нас в прошлом боксер. Правда, не тайский. Ну, может, и в дедушку. Но вы зря прибедняетесь. Я уважаю сильных женщин. Вы знаете, я очень пить хочу. Я отойду? Хорошо. Хотите воды? Не откажусь. Ой, простите, пожалуйста. Надо срочно высушить. Давайте я в раздевалку. Не переживайте. Я сейчас в тренерскую схожу, переоденусь. Угу. А вы пока отрабатывайте удар по воздуху. Хорошо. Это не он. Думал, подумал я и решил, что девушка, которая ничего ко мне не чувствует, только изводит меня, ну и незачем за ней ухаживать. Угу. Насильно мил не будешь. Вот поэтому я не женился. А ты почему не замужем? А мы уже на «ты»? Я тебя вторую неделю провожаю. Можно уже перейти на «ты». Так почему ты не замужем? А мы можем поговорить на какую-нибудь другую тему? Хорошо. Какую кухню ты предпочитаешь? Ты хочешь меня пригласить в ресторан? Ну, не совсем. Я и сам неплохо готовлю. Так ты все умеешь. Да. И девушку защитить, и приготовить. Кому-то очень повезет. Ну, так какую кухню ты любишь? А ты уже забыл? У меня ведь есть парень. Или у вас тайских боксеров не обращают внимания на такую ерунду? Ты же говорила, он твой парень, а не муж. Ну, тогда европейскую кухню. Отлично. Я приготовлю тебе вот такую лазу. У тебя руки как ледышки. Это очень мило, но скоро у меня начнут мерзнуть ноги, а их уже тяжелее отогреть. Да и мы, собственно, у моего подъезда. Я бы хотел провожать тебя так каждый день. Ты не против? Пожалуй, я за. Мой жених, видно, беспокоится. Ух ты, как у тебя стремительно все происходит. Только что был парень, теперь жених. А ты ревнуешь? Конечно. Ну ладно, я пойду, пожалуй. До встречи. До встречи на тренировке. Пока. А я видел в окно, как ты подошла. Кто это был с тобой? Случайно не Колин тренер? Он самый. А что? Тот-то, я смотрю, ты прямо полюбила этот спорт внезапно. Но все-таки это не очень хорошо, что ты обманываешь Пашу. Я? Обманываю? Он звонил сегодня. Не мог дозвониться тебе на мобильный. Я сказал, что ты на тренировке. А он мне: на какой еще тренировке? Ты что, ничего ему не говорил? Ну, про тренировку нет, не говорила. Имей в виду, Надька, я тебя прикрывать перед Пашей не буду. Нельзя на чувствах человека играть. Если разлюбила, так и скажи ему, не мучай. Пап, ну не требуй ты от меня прямо сейчас какого-либо решения. Дай самой себе разобраться. Ну это не разговор. И долго ты будешь разбираться? Привет. Колечка, ну ты помни, даже если вы проиграете, я все равно буду тебя любить, понял? Да. Так, что это за упаднические разговорчики?
Никаких проигрышей, только победа. Только победа. Вот увидишь, мам, я их всех сделаю. Держи. Ну, а мне что скажешь на прощание? Я-то буду волноваться поболее, чем Коля. А тебе я скажу, что я буду очень вас ждать. Если победите, с меня торт. Если проиграете, с тебя обещанная лазанья. Заметано. Коля может увидеть. Ну, до встречи. Я уже скучаю. Я тоже. Надя. Надя, привет. Привет, а ты откуда здесь? Да я не мог дозвониться. Василий Степанович сказал, где тебя найти. Надя, в общем, я хотел спросить, что это у тебя за новые тренировки появились? Ну, Коля ходит на тайский бокс. Вот и я решила. Хочу знать, чем занимается сын. Беру индивидуальное занятие у его тренера. Это, наверное, очень педагогично, да? Мне, наверное, нужно тебя похвалить. Но тут есть одна проблема. Мне не нравится, что ты регулярно встречаешься с каким-то мужиком. Я не встречаюсь с каким-то мужиком. Я посещаю занятия по тайскому боксу. Надя, я прошу тебя прекратить эти занятия. Почему ты мне вообще указываешь, что мне делать, чего мне не делать? Я пока еще не твоя жена. Я представляю, как бы ты себя вел после свадьбы. Согласись я на твое предложение. Ты знаешь, а я уже вижу, что я погорячился. Как насчет меня, видите ли, тебе нужно время подумать. А как крутить хвостом перед другим мужиком, так это мы... Пожалуйста! Руки от меня убери. И больше не звони мне. Чего это он хромает? Да пропустил пару сильных ударов в ногу. Ну ничего, бывает. Главное, победил. Да. О, тур чемпионов! Ура! Разрешите вас поблагодарить обоих. Вас, Василий Степанович, за то, что разглядели в Кольке будущего чемпиона. И вас, Надежда, за то, что позволили дедушке привести внука на тайский бокс. А давайте сделаем общее фото. Отличная мысль. Коля, иди сюда. Давайте. Встань так. О. Мы прямо как одна семья. Правда, похоже. Да, очень удачное фото. Вот что, Колька, а давай-ка мы с тобой погуляем. Подышим свежим воздухом. Давай. Давай. До встречи на тренировке, чемпион. До свидания, Василий Степанович. Ну, Сергей, спасибо вам за то, что вы свозили на соревнования моего Колю и... Ты чего? Да нет, ничего. Сейчас мужчины все как с ума посходили. Все себя татуировками покрывают. Раньше можно было только у зэков увидеть, а теперь у всех. У меня раньше тоже татуха была. Как раз вот здесь, на груди. А потом постарше, поумнее стал, свел. А какая у тебя была татуировка? Да, у меня фотография осталась. Сейчас покажу. Так. Вот.
И давно ты себе такую красоту сделал? Еще в армии. Года два назад свел. Знаешь, тебе, наверное, пора собираться. Скоро Коля с папой придут. Да. Да ты не волнуйся, Надь, я мигом. Угу. Все хорошо? Да-да, все хорошо. Только давай все-таки поскорее. Мне неловко. Ладно. Понял. Давай, до встречи на тренировке. Угу. Ладно, не провожай меня. Ну как? Все хорошо? Ну, что? Новости безрадостные, на самом деле. Обнаружены микротрещины в бедренной кости. Так что занятия тайским боксом необходимо немедленно прекратить. Если, конечно, с ногой хотите остаться. Нет, ну, мам, ты же не соберешь меня из тайского бокса? Коль, ты иди пока у выхода меня подожди, хорошо? Я сейчас с дядей Пашей договорю и к тебе подойду. Спасибо тебе, что ты сказала все в точности, как я и просила. Может быть, объяснишь мне, что происходит? Ну, на самом деле, трещина в бедре – это лишь предлог. Я не знала, с чего начать разговор. Просто я осознала, что я была полной дурой. И я надеюсь, ты еще не передумал на мне жениться. Что? Это правда? Да, я хочу стать твоей женой. Ну, подожди, ты же сама говорила, что для тебя сын на первом месте, что ты пока не хочешь спешить. Да, и я готова повторить. Сын для меня на первом месте. Ну, такова моя природа, уж извини. Просто я поняла, что это не должно мешать моему личному счастью, нашему счастью. Слушайте, давай я к сыну подойду, и мы с тобой еще увидимся. Я в шоке. Как так? Ты же отказала Паше. Лен, Колин тренер, один из тех двоих, что изнасиловали меня. Теперь я это точно знаю. Но у него же нет татуировки. А в том-то и дело, что он ее свел несколько лет тому назад. Он мне сам фотографию под нос сунул, где он еще с наколкой. А самое ужасное, что я в него влюбилась. Да ты что? Как кошка, Лен. А хуже всего то, что и он на меня запал. Поэтому мне очень нужно выйти за Пашу, понимаешь? Честно говоря, не совсем. Ну, ты пойми. Если я сейчас за Пашу не выйду, то этот человек и дальше будет за мной увиваться. А я... Ну, тянет меня к нему. А это все нехорошо. Не должно быть такого. Я поняла. Значит, тебе нужно хвататься за Пашу. Угу. Хотя ты не очень хорошо по отношению к нему. Надь, знаешь, что я придумала? А давай двойную свадьбу сделаем. Ну а что? Это мысль. Вышь нос, Надюх. Все у нас будет как надо. Так, все. Ставлю задачу. За сегодняшний день мы должны выбрать ресторан. И зайти в магазин платьев, перемерить все, что есть. О! Ты знаешь, мне так плохо, Лен. Я ведь никому не могу об этом рассказать. Надюха, родная моя. Mm-hmm.
Здравствуй, Надя. Я ничего не понимаю. Ты на звонки не отвечаешь. Коля уже вторую тренировку пропустил. Потому что Коля больше не будет ходить на тайский бокс. Это слишком травмоопасный спорт. Ты мне можешь объяснить, что происходит? Я что-то не то сказал или сделал. Послушай, оставь меня в покое. Тебе ясно? Надюш, да ты чего? Что случилось-то? Убирайся отсюда! Убирайся! Мне кажется, что у нас должны быть платья разного цвета, но дополняющие друг друга. Это будет красиво, и все сразу станут понимать, что мы подруги. А костюмы женихов? Ну, это не так важно. Они могут быть оба в черном. Я все-таки хотел бы получить какие-то объяснения. Что все-таки происходит? В смысле? Ты же не любишь Павла. Я отлично помню, как ты ему отказала. Ну хорошо, допустим, влюбилась ты в этого Сергея. Тоже мужик хороший. Плюс еще и Колька от него без ума. Так теперь тебе уже и Сергей не годится. Да, не годится. Я не спрашиваю, почему. Дело твое. Но зачем за Пашку-то, которого не любишь, замуж собралась? И почему Кольку забрала из бокса? Что происходит? Это мое решение. Я твой отец. Я имею право получить от тебя не отговорку, а настоящее нормальное объяснение. Верти хвостка. Василий Степанович, не ругайте ее. Сергей один из тех, кто изнасиловал ее 9 лет назад. Она его опознала. Лен, ну зачем? Что? Как это? Вот так это. Но ты уверена? Он мне показал фотографию с татуировкой 7-летней давности, которую он свел. Такая же татуировка была у одного из тех двоих уродов. Прости меня, доченька, прости. Почему же ты мне не объяснила все сразу, девочка моя? Мы завтра утром пойдем в полицию. Я буду все время с тобой. Ты напишешь заявление. Мы накажем этого ублюдка. Ничего не выйдет, пап. Помнишь, я искала информацию в интернете о сроке давности подобных преступлений? Так вот, он почти вышел. У меня ни улик, ни вещественных доказательств, ничего. Только мое слово против его. Не плачь, не плачь. Ну все, хватит, слышишь? Все, что положено, мы уже выплакали давно. Теперь надо действовать. Я этого так не оставлю. Надо доказать его вину. А сейчас я пойду к участковому. Лен, ну зачем? Здрасте, Василий Степанович. Может, вы мне объясните, что происходит? Я ничего не понимаю. Надя не отвечает, перестала Колю на тренировки водить. Уйди, прошу тебя, уйди от греха. И знай, еще раз увижу тебя, убью. Вы мне, может, скажете, за что вы меня убивать будете? За то, что Наденьку изнасиловал. Вы что, с ума сошли? Когда? 10 лет назад. Что? Когда Наденьке было 16 лет, ее изнасиловали 2 подонка. Одним из них был ты. Она тебя узнала. Да, и мы тогда были оба пьяны и не контролировали себя. Я тогда искал Надю. Я хотел извиниться, я очень раскаивался. Прочь отсюда! Коля, возможно, мой сын! Проваливай! А знаешь, что мы придумали? Мы придумали с Леной двойную свадьбу. А что, отличная мысль. Неплохая экономия должна получиться. Угу. Ой, подержи. Звонят. Папа. Алло, пап. Колька попросил денег на компьютерный клуб. А сам взял свою спортивную сумку, с которой мы всегда ездили на тренировки, и ушел с ней.
Наверное, на тренировку. Да, сейчас выезжаю. Что случилось? Паш, можешь за меня здесь все доделать? Я через 2 часа вернусь и все объясню. Сережа! Надя? Где мой сын? Он только что был здесь, и вы с ним разминулись. Это ты его надоумил приехать сюда втайне от меня и деда? Это он сам решил. Не запрещайте ему ходить на тренировки. Он любит тайский бокс. Что вы с ним делаете? Что с тобой? Голова кружится. Воды? Нет, нет, нет. Сейчас пройдет. Что случилось? Говори. Ну, скажи мне правду. Я беременна. От тебя. Это точно? Я сначала сделала тест из аптеки, а потом сходила к врачу, сдала кровь уже 3 недели. Надя, Надюш, прости меня, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я тот старый грех, я искуплю его, я сделаю все, что скажешь. Коля ведь может быть мой сын, и не запрещайте мне видеться с ним. Я люблю тебя. Я знаю, что ты тоже меня любишь. Не знаю. Я не знаю, как такое может быть. Это вообще все неправильно, это нехорошо. Но да, я люблю тебя. Я тебя очень люблю. Что значит передумала? Паш, прости, свадьбы не будет. Что значит прости? Как такое вообще возможно? Ты ненормальная, что ли? Паш, ну я ничего не могу с собой поделать. Ну сердцу не прикажешь, оно принадлежит другому человеку. Так бывает, люди встречают друг друга, и это судьба. И кто же он? Твоя судьба? Колин тренер по тайскому боксу. Ты предпочла тупого спортсмена мне? Ты знаешь, я ведь любил тебя. Я ради тебя готов был на все. Я готов был взять тебя с ребенком замуж. А ты? Ну, Бог тебе судья. Я желаю тебе счастья. Что же это такое, в конце концов? Вы же уже назначили дату свадьбы. Почему ты ему отказала? Баб, мы снова встречаемся с Сергеем. Что? Как это? Да. Мы любим друг друга. И у нас будет ребенок. Баб. Баб, что такое? Сердце? Принеси твои таблетки. Не надо. Сейчас пройдет. Значит так. Ты сделаешь аборт. Пап, ты с ума сошел? Никогда изнасиловали. Ты заставил родить. А теперь желанный ребенок. И сделать аборт? Что? Уже все забыла? Да?
как ты по ночам в подушку плакала, как отравиться пыталась. А вот я не забыл, не прощу ему, мразь, ублюдок. Сделаешь аборт, я сказал. Я не сделаю аборт. Я люблю его. Прости. Тогда я иду собирать чемодан. Папа, подожди. Ну куда ты? Какой чемодан? Я от тебя съезжаю, Надежда. Выгоню квартиранта, буду жить в своей квартире. Колю забираю к себе. Пусть поживет у меня, пока ты не одумаешься. Попытаешься его забрать, расскажу ему правду. Ну это зачем? Просто делаю, что должен. Можешь приезжать в любое время и общаться сколько пожелаешь. Но назад в свою квартиру ты его не заберешь. Все. Я знаю, твой отец сейчас ненавидит меня. Я бы на его месте тоже ненавидел. Но все будет хорошо, все образуется. Ты знаешь, без Коли так одиноко в квартире. Хочешь, я к тебе перееду? Мне собраться только подпоясаться. Ты знаешь, так странно, так удивительно, ведь... По идее, я тебя тоже должна ненавидеть на пару с папой. А вместо этого? Я раньше не верила, что на свете есть люди, которые созданы друг для друга. А теперь верю. Просто наша первая встреча прошла самым ужасным из всех возможных способов. Я никогда не смогу искупить этого. Но я посвящу этому всю жизнь. Ловлю на слове. И ты знаешь, ты можешь начать прямо сейчас. Переезжай ко мне. Коленька, сынок. Мама? Да. Ремонт закончился? Нет, сынок. А я, когда тебя увидел, подумал то, что ремонт закончился, и мы сейчас домой поедем. Ну а как твои спортивные успехи? Как новый зал? Новый тренер не такой классный, как Сергей Петрович. Почему? Ну, Сергей Петрович всегда был веселый, а этот грубый какой-то. Скучаешь по Сергею Петровичу? Ага. А по маме? Очень, мам. Когда ремонт закончится? Скоро, сынок, скоро. О, дед. Привет. Ты что это здесь? Сына пришла проведать. Дед, представляешь, мама сказала то, что скоро ремонт закончится. Значит, мы поедем домой, и я снова буду ходить на тренировки к Сергею Петровичу. Вот, значит, что твоя мама говорит. Интересно. А я вот о скором окончании ремонта слышу впервые. Вот что, поцелуй маму. Пора нам с тобой. На электричку успеть надо. Ну, бегите. Ну все, все. Ты беги вперед, а я сразу за тобой. Пока, мам. Пока, мой хороший. Ты зачем ложную надежду ребенку даешь? Я тебе русским языком сказал. Пока ты и этот выродок вместе, Коля домой не вернется. А не прогонишь его, вообще сына не увидишь. Понятно? Что случилось? Сереж, я так больше не могу. Жить без Коли не могу. Это неправильно, невыносимо. А что делать, я не знаю.
Скажи мне одно слово, и я уйду. Нет, Сережа. Я люблю тебя. Я очень хочу, чтобы мы жили вместе. Но все, что происходит, это неправильно. Как с этим быть, я просто не знаю. Зато я знаю. Сережа, подожди, ну куда ты идешь? Зачем? Так надо. Имею в виду, я не дам против тебя показания ни сейчас, ни потом. Спасибо тебе, Настя. Ты была очень добра ко мне. Я пойду. Иди, иди, ты же меня бросаешь. Меня все бросаете, и ты тоже. Сережа, я буду ждать тебя. Ой, я не могу. Профиль прям один в один твой. А мой на папашу похож. Такой же носяра будет. Мам, сейчас гулять пойду. Давай отнесу письмо на почту. Сейчас, сынок, только допишу, хорошо? А я все слышу. Коля, какие прогулки? Сначала обед. Режим питания нарушать нельзя. Через 2 месяца у тебя сестра родится. Какой ты пример будешь показывать? А ну, марш на кухню. Есть. Дорогу детям и беременным женщинам. Я пошла разливать борщ. Постой, от меня привет передала? Обязательно. Может, все-таки не стоит новорожденную в такую даль таскать? Будешь фотки высылать регулярно? Нет, пап, стоит. Как только дочку рожу, сразу ее отвезу к Сереже, чтобы он на нее посмотрел. Может быть, ему так будет проще срок досиживать. Ладно уж, раз решила. Пойдем уже, обед стынет. Ты мне внучку-то голодом не мори. Сейчас, пап, только адрес напишу. Ладно, жду.